Всем хай-фай! С вами, как всегда, я, Ярослав Сумишевский, и вы смотрите самый классный проект «Народный махор». В первую очередь хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто нас смотрит, и, конечно же, тем, кто пришел сюда к нам. Также хочу поздравить всех с прошедшим праздником, с Днем всех влюбленных. Любите друг друга, будьте счастливы, никогда не расставайтесь. Давайте познакомимся с нашими участниками. Первая участница – Надежда. Я попрошу вас выйти к нам на сцену. Надежда, вы здесь? Вот она, Надежда. Расскажите нам о себе. Сколько мне лет? Не помню. Всегда молодая, всегда в теме, всегда в тренде. Это правильно. Музыкальное образование есть, слава богу. Спасибо мамочке. Давайте мамочке спасибо скажем. Которая выстроила всю родню. Однажды я хотела стать летчицей, бросить музыкальную школу. Меня расстреляли у стены, и, слава богу, я стала артисткой. Но это уже вам решать. Вы не жалеете, да, что вы стали? Я счастлива. Ну, это здорово, когда занимаешься своим любимым делом. Еще она и приносит деньги, наверное, да? Работаете же в ресторанах, правильно? И не только. И не только. Помимо музыки, вы чем занимаетесь? Я человек, который любит учиться. Я режиссер театрализованных представлений и празднеств. Мама. А еще Ярослав. Я психолог позитивный. Поэтому всему рада. Каждому празднику, который происходит в жизни. И это очень здорово. Так, надеюсь, что у нас вторая участница готова. Жанет. Жанна! Ура! Здрасте, вот микрофончик берите. Меня зовут Бесикеева Жанет. Жанна, ну как бы друзья меня называют. А сценическое имя? Жанет. Жанет? Да. В прошлый раз, по-моему, вы были Жанет Ли, когда приходили. Это инициатива моего приятеля, да. Я не знаю, почему. Ну как мы остановимся, на каком имени? Жанет. Жанет, просто Жанет. 25 лет, музыкальное образование среднее. То есть заканчивала Магнитогорский колледж искусств. Эстрадного. Вы из Магнитогорска? Нет, с Орска. Орск. Вы землячки, а вот вы не сказали, откуда приехали. Ну, скажите в микрофон, чтобы все слышали. Вы землячки. А вы тоже с Орска, да? Я из города Орска, Оренбургской области. Вау. Это совпадение, правда, мы не выбирали, это так получилось на самом деле. Ну, давайте мы с вами тогда выберем песенки, какие споем. Вот предлагайте, давайте под дуэтом что-нибудь. Вива ла дива. Это что, это Киркоров, да? Киркоров. Киркорова споем. Дива. Хорошо. А сольно какую песню вы... Оттепель Долиной. Оттепель Долина. Хорошо. Так, Жанна. Ну, я хочу спеть песенку в исполнении замечательного певца Джеймса Брауна «I feel good». Это сольно, да? А в дуэте мы споем? «Sorry seems to be», да? Мы уже заранее с ней определились, какую споем, поэтому я говорю «Sorry seems to be», споем в дуэте. Но это еще не все. У нас каждый из участников еще акапельно поет песенку, хотя бы куплетик или там припевчик, я не знаю. Давайте, Жан, спой что-нибудь нам, чтобы мы все увидели, что ты на самом деле имеешь голос. Ну, я исполню мою, на самом деле, любимую песню. Ты только не волнуйся, ладно, все окей, хорошо. Окей. Здесь все свои. Да. Правильно? Правда же, да? Ну, на самом деле, мне очень нравится западная музыка. Мне сейчас очень фанатею от певицы Адель. Может быть, слышали такую? «Some like you». I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope you see my face and that you be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll beg, I'll remember you saying. Sometimes it lasts in love, it sometimes it hurts instead. Мне на самом деле уже очень нравится. Надежда, ну-ка давай, чуть тоже нам такого. Проще и покороче, надеюсь, споем все вместе. Кстати, кто знает слова, можно поддерживать, да. Припев. Припев. И зимой, и летом небывалых ждать чудес. Будет детство где-то, но не здесь. И в сугробах белых, и по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я. Тоже очень здорово, спасибо огромное.
Ну что ж, я хочу попрощаться с нашими интернет-зрителями, потому что песни вы увидите завтра. Ну а для всех, кто здесь присутствует, мы споем сегодня. Вам пока, а вам еще раз здрасте.